Добрый день. В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Новый год стремительно к нам приближается, и уже давно в Тверской области, в Твери, есть такая приятная традиция. Именно под Новый год к нам приезжает королевский цирк Гейрадзе. Это шикарнейшее цирковое шоу. И сегодня у нас как раз в гостях сам Гейрадзе, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный режиссер королевского цирка. Гея, добрый день. Добрый день. Гея, ну что, мы уже видим афиши, мы видим наш Тверской цирк, сейчас проезжал, уже все украшено, и яркое такое название. «Бурлеск». Что это за шоу? Это уникальный проект. В чем его уникально заключается? Наверное, это самый большой мой проект, который я создавал в моей жизни. Этот проект готовился для фестиваля в Монте-Карло в Монако на 43-й фестиваль, который проходил в Монте-Карло. Этот коллектив, обладатель «Золотого клоуна» на фестивале в Монако, «Королевский цирк» впервые, стал обладателем за 43 года фестиваля. Впервые вообще дано было именно коллективу титул «Золотого клоуна». И на базе номеров, которые были на фестивале, был создан новый коллектив, который мы выпустили в московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Я анонсировал в прошлый мой приезд в Тверь, что я обязательно привезу в Тверь, в том числе «Бурлеск». И получается так, что после годовых гастроль в московском цирке Никулина мы поехали в тур. Нижний Новгород, Сочи, Ярославль. И вот пятый город, получается, после Москвы, это город Тверь, который вообще в нашей стране увидит этот уникальный проект шоу «Бурлеск». Абсолютно соответствует название тому, что будет происходить на манеже. Это, как всегда, в моей эстетике, в моей стилистике, феерия красок, блеска. Колоссальное количество декораций, животных, артистов, номеров, аттракционов. И в связи с тем, что уже как традиция у нас сложилась, что мы каждый Новый год уже на протяжении многих-многих лет приезжаем в Тверь всегда с разными, естественно, проектами новогодними, мы, естественно, шоу «Бурлеск» адаптировали под новогодний проект. То есть это будет и Дед Мороз, это будет и Снегурочка, это будет и елка, это будут и персонажи, и феерия красок шоу «Бурлеска» и великолепных номеров экстра-класса, топ-класса. Одни из самых лучших наших артистов государственной компании «Росгосцирк», продюсерского центра «Королевский цирк» Гейрадзе. То есть у нас обычно, если сказать, традиция новогодние елки для детей, а тут такой новогодний праздник и для это детей, и для взрослых. Цирк для всей семьи. Вообще, в моем понимании, я как художественный руководитель, считаю, что цирк – это семейное искусство. Поэтому не только должно быть все для, в этой ситуации детское, должно быть так, чтобы интересно было всей семье. Поэтому вот именно так филигранно мы все продумали с главным режиссером нашего проекта, он же главный режиссер московского цирка, Никулина Евгений Сергеевич Шевцов, когда мы создавали этот проект, чтобы это был проект, который будет интересен всем. Это шоу. Шоу «Покорившее мир», которое приехало уже в город Тверь. В этом проекте задействованы большие групповые номера, уникальные номера, встречные качели, акробаты на встречных качелях, обладатели всевозможных международных цирковых фестивалях высших наград. Братья Дудкины, уникальный номер в воздухе, в колоколах. Это очень красивый номер, сделанный в русском стиле, с балетом «Гжель». Очень красиво. Это большая группа смешанных, экзотическая группа животных, обезьяны, зебры, ламы, кенгуру, страусы, лемуры. В программе принимают участие медведи, лошади, собаки, пони, много животных. Больше 120 человек труппа, колоссальное количество оборудования, которое мы привезли сюда в Тверь. Почти 20 машин мы привезли, это 20 фур, это состав поезда. Как только зритель зайдет в зал Тверского цирка, вы сразу увидите боковые проходы, центральный замок, атмосферу праздника Нового года. И, естественно, шоу начнется с волшебства. И не просто с волшебства, а прекрасный, замечательный композитор, который с нами работает много-много лет, Алексей Гарнизов, написал потрясающую песню специально для этого проекта новогоднюю, которую исполнила Наташа Королева «Тайна новогодней звезды». И под эту замечательную песню мы отработаем финал декап нашего проекта. Это будет, конечно, очень красивый синтез
и номеров, которые были на фестивале в Монте-Карло, весь парад Алле будет тот, который был один в один на фестивале, в 43-м фестивале в Монако, здесь, в Твери, и будут много разных цирковых номеров. Уникальный номер — групповые жонглеры на аппарате, который в воздухе вращается, и в воздухе жонглируют ребята. Это уникальный советский номер, который работал еще в советском цирке. Сегодня работают молодые исполнители этого номера. И я очень рад, что мы сохранили этот номер. Я очень много сил приложил для того, чтобы этот номер жил и живет. Слава Богу, и будет жить, надеюсь, даже больше, чем уверен в этом. Вот. В программе принимает участие высшая школа верховой езды, конный номер замечательный. В программе принимают гимнасты на турниках, постановка стиля танго. В общем, это очень красивое шоу. И, конечно, для детишек и зверюшки, и елочка, и Дед Мороз в цирке, и Снегурочка, и персонажи, и даже волшебная новогодняя звезда, и замечательный кардебалет наш королевского цирка шоу «Бурлеск». Как всегда, это феерия красок в стиле шоу «Бурлеск». Ге, вот уже сказали, что к нам снова приехал целый состав, всевозможные ваши амуниции, всевозможные, вот все, чем вы украшаете, но все время фишка цирка Гейрадзе – это костюмы. Да, что можно сказать костюм в этом году про костюмы? Какое количество и что они себе представляют? И действительно его традиционно пошили? Очень много костюмов. Вообще все костюмы, которые мы шьем в нашем цеху, это эксклюзивные костюмы абсолютно ручной работы. Поэтому, конечно, для шоу «Бурлеск» было пошито очень много костюмов. Я вот правда вам скажу, я уже не считаю количество костюмов. То есть костюмов, на этот раз мы сбились, раньше нам говорили. Что, да, сейчас, ну, то, что их больше 200, это однозначно. А то и больше, даже больше там... Я не знаю даже, какое количество. Я скажу одну вещь. Вот, то только в начале шоу, в параде Алле, который для Монте-Карло был создан, 53 костюма. Это только начало шоу. Да, потому что вот как раз там участвуют 53 человека. И 53 костюма эксклюзивно. Дальше пошли другие номера, и каждая смена, соответственно, и на номерах, и на артистах, и на кардебалете, а их почти 29 человек, артистов балета, которые у нас же как бы весь спектакль мой, все мои проекты, это синтез театра, эстрады и цирка, и мюзикла. То есть у нас не просто цирковые номера, номера классические, это номер с сопровождением балета, это определенная эстетика согласно идее и концепции спектакля. И вот, вот в таком ключе мы работаем. Поэтому очень много костюмов, и они все, конечно, в нашем стиле, эксклюзивные, яркие, красивые. Все так, как мы любим все. А как вообще родилась вот идея именно вот этого спектакля «Бурлеск»? А вы знаете, в связи с тем, что по стилистике нам подходило это название, потому что вообще любой королевский цирк, любой состав наших, наших артистов и проекты, которые мы создаем, которые я делаю, они по атмосфере, это и есть бурлеск. Вот мы в этом шоу четко проследили, чтобы практически все номера совпали в эстетику бурлеска и декорации. Все в лампочках, все горит, просто как в Лас-Вегасе, потому что бурлеск — это именно вот... Это должен быть свет, это должны быть лампы, это должны быть стразы, блеск, вот шик, роскошь. Вот это и есть в этом шоу. Хотя это везде проследуется эта эстетика в любых других номерах моих, других проектах. Но именно в этом, это, к этому мы очень... внимательно подошли с режиссером, и когда мы создавали номера, мы четко понимали, что мы это делаем под, эту, под это название, под этот проект, и подбирали ей труппу под шоу «Бурлеск», и артистов балета, и оригинального жанра, и объединяли жанры с балетом, и создавали вот такую красоту. Кстати, в этом проекте ваш земляк задействован, который работал у меня в Королевском цирке, Андрей Цаплин, знаменитый наш номер «Рояль» с фонтанами, и вот в воде, в фонтанах, и «Эквирибл» — это уникальный номер, который работает ваш земляк Андрей Цаплин. Уже он со мной, наверное, лет 12, Андрей.
То есть он, это зритель увидит еще и водный цирк, цирк на воде. Не цирк на воде, это номер. Ну, такой. С водой, чтобы... Это знаменитый наш номер, который тоже обладатель Золотого Клоуна в Монте-Карло и итальянского фестиваля в Латине Фабио Мантика Гран-при. Это уникальный номер, это хрустальный рояль, весь усыпан сваровскими камнями, и с него фонтаны, и в фонтанах работает молодой роскошный артист, эквилибрист. Номер называется «Пианист», потому что он играет на рояле, и очень красивая трогательная музыка в исполнении, то есть не в исполнении, а эту музыку написал Леша Гарнизов, тоже композитор, со своим сыном Денисом Гарнизовым. Это два композитора, папа с сыном, с которым мы много лет работаем. Леша в основном пишет песни, Денис сочиняет музыку. Ну, вообще, Алексей Гарнизов, это вот очень много песен Инсана Аллегрова, Валера Челеонтьева, это все Алексей Гарнизов. 15 лет музыка балета «Тодос», это все тоже Денис Гарнизов. Вот мы много лет сотрудничаем вместе, и даже когда какие-то идеи у меня рождаются в голове, я всегда звоню Денису или Леше, мы едем на студию в Москве, садимся, они что-то наигрывают, мы ищем, какое-то решение находится, даже мне с помощью музыкальной части у меня возникают определенные идеи для создания того или иного номера, и это очень вдохновляет на творчество. Скажите, вы в этом году приезжаете, нам так повезло, уже во второй раз. Обычно мы ваш цирк видим раз в году, но в этом году из-за коронавируса, пандемии, да, не было бы счастья, говорю, несчастье помогло, то есть второй раз уже радуете. Вы как-то вот все-таки понимали, что вы уже Тверской зритель вас увидит второй раз за год, были весной, теперь вот в декабре, и как-то надо все-таки его удивить. Вот вы уже говорили, что у вас... А мы даже не сомневаемся, что мы удивим по одной причине, потому что я еще раз повторюсь, чтобы Тверскому зрителю было все понятно, я думаю, что они с этим согласятся и знают это совершенно точно 100%, потому что мы всегда привозим, качественный цирк, это всегда профессионально на высшем уровне, это лучшие проекты нашей страны, и самое главное, мы никогда не повторяемся, не возим одно и то же. Был сначала, мы когда были здесь, был Королевский цирк, совершенно другой состав, а это абсолютно другой состав, шоу «Бурлеск». Я еще раз повторяю, этот проект в России пятый город после Москвы, то есть Москва, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Тверь, который увидит вообще больше страна не видела. У нас расписана работа на несколько лет вперед, то есть гастрольный график нас в каждом регионе нашей страны хотят видеть, там, где есть стационарные цирки, именно шоу «Бурлеск». Очень много заявок на именно конкретно на это шоу. Поэтому это шоу традиционно на Новый год мы привезли сюда новый проект шоу «Бурлеск», поэтому мы даже не сомневаемся, что зритель не просто останется доволен, а мы вновь очередной раз, хотя мы уже доказали все, что могли доказать, еще раз мы докажем того, что мы привозим самые качественные проекты, наверное, в Тверь, в цирке, и это будет не исключение, а это будет феерия красок и номеров, это будет экстра-класс, и зритель будет очень доволен. И, соответственно, мы же видим уже результат, как только мы приехали в Тверь, еще даже до запуска рекламной кампании, только появились какие-то маленькие афиши в городе, вывесили афишу на цирке, и уже за два дня, я хочу подчеркнуть, за два дня, еще раз я повторяю, не было ни одного билета на 18-19 декабря на премьерный спектакль. Их просто нету. Уже билетов нет вообще на декабрь месяц ни одного билета нет на декабрь месяц, все продано, сейчас уже продажа идет на январь месяц, поэтому мы будем в Твери с 18 декабря по 16 января, и мы со 2 января по 16 января будем работать по два шоу в день каждый день, и буквально вчера было совещание у нас в администрации цирка, нас попросили, и мы добавили третий спектакль, то есть 3, 4, 5, а может быть 6 января, пока я не помню графика, мы добавляем третье шоу, и в день мы будем работать по 2, по 3 шоу, потому что очень много желающих в Твери и Тверской области попасть уже традиционно на цирковое шоу Гии Радзе на Новый год в цирк. Я очень рад, что такая традиция уже создалась в Твери на Новый год,
с детьми, и не только с детьми, все любители цирка ходят в цирк на шоу Гии Радзе. И неважно, какое это будет шоу, «Пять континентов», «Бурлеск», «Королевский цирк», «Печальная сказка», потому что всегда они разные проекты, и всегда они качественные, еще раз повторяюсь, поэтому мы всех вас ждем, и вот прямо сейчас я выбежал буквально к вам в студию с репетиции, чтобы с вами пообщаться и поздороваться с жителями города Твери из Тверской области. Все, кто нас смотрит, добрый день еще раз всем. Ждем вас всех в Тверском государственном цирке на шоу «Бурлеск», которое стартует с 18 декабря до 16 января. Только каникулярные вот эти новогодние праздники «Елка в цирке». Но, дорогие телезрители, как вы слышали, в декабре, кто уже не успел купить билеты, увы, уже не получится, поэтому спешите покупать билеты на январские шоу. Еще есть возможность, но вот как сказал нам Гей, билеты разлетают, что называется, как горячие пирожки. Гей, а вот уже мы неоднократно упоминали тверского зрителя, и вы тоже рассказывали от Монте-Карло. Скажите, а вот чем отличается вот французский зритель, вот европейский, вот Монте-Карло, избалованный город, казалось бы, от тверского? Есть отличия? Вы знаете, для меня зритель абсолютно, я никогда не отличает зритель. Что значит зритель? Как, как может реагировать это на люди, что-то? Люди, понимаете, со своим менталитетом, везде свое воспитание, своя культура, свое, как бы, свое восприятие мира. Поэтому, как бы, если я вижу в Европу проект, я понимаю, что нужно для европейской публики. Если я вижу в России, я знаю, что любят в России. Смотря кто что любит. А что больше в России любит? В России все-таки любят классические цирки, красивые шоу. Тот самый русский классический цирк. Но уже в современной обработке, в сегодняшнем дне. Поэтому вот шоу Гии Радзе всегда оно популярно, не только в Твери, а во всей стране нашей. Поэтому я уже с опытом работы 32 года в цирке. Я являюсь главным режиссером, художественным руководителем нашего цирка. Поэтому я прекрасно понимаю, что нужно зрителю, потому что я знаю, что какие номера нравятся нашей публике, советской, российской, как угодно можно назвать, нашим зрителям, а что не нравится. Поэтому я уже, когда создаю номера, я уже четко понимаю, что нужно зрителю. Самое главное, чтобы это было красиво, эффектно, и в цирке должны быть трюки, а эти трюки должны быть оформлены масштабной красотой. И вообще я люблю делать масштабные проекты, потому что я все-таки советское дитя, я родился еще в Советском Союзе, и пришел я в цирк работать в тот настоящий большой советский цирк, который был в Союз госцирки. Поэтому я застал большие программы, с которыми я вырос. Это тот цирк, в который я влюбился, я отдал себя этому виду искусства. И я по-другому не умею. Я никогда халтуру не привожу. Я привожу только качественные, большие, масштабные проекты. Для меня в первую очередь качество. И я живу этим, когда зрители выходят из цирка и возвращаются в кассу, вновь купить билет и ходят к нам на, по два, по три раза. Это 100% такая практика у нас есть. И когда зритель стоя аплодирует, я стою в зале, смотрю на зрителя и на артистов, я понимаю, что артисты счастливы, довольны, потому что самый главный судья – это только зритель. Я уже как артист не выхожу в манеж, я только на финал могу выйти в манеж и поклониться перед публикой. И я смотрю эти эмоции, и я этим живу, я этим энергически подпитываюсь и начинаю создавать нечто новое, потому что я понимаю, что все, что я делаю за мои годы жизни, это не зря. Потому что в цирке быстро ничего не бывает. Все, что мы создаем, номера, аттракционы, проекты, это годы усиленной, очень сложной работы. И скажите, есть такое же понятие «гвоздь программы», а можно сказать про вот это шоу, что является гвоздем программы? Ну вот, к примеру, я знаю, у вас уникальная трансформация Фаберже. Вот, да, яйца Фаберже, в стиле яиц Фаберже был создан для фестиваля в Монте-Карло номер. Это единственный в мире, подчеркиваю, номер групповая трансформация, когда одновременно на манеже меняют 12 пар в секунду сменные костюмы. Это происходит очень красиво. Это театрализованное шоу. Это мини-спектакль. Маленький, с щелкунчиком, с классической музыкой Чайковского, с яйцами Фаберже. Эстетика королевская, эстетика старого Санкт-Петербурга. Достопримечательность разные
исторические костюмы Санкт-Петербурга в этом номере. Почему Санкт-Петербурга? Потому что Фаберже был русский художник, который когда-то эмигрировал во Францию и в Европу уехал, а до сегодняшнего дня есть самый известный музей Фаберже, который в Санкт-Петербурге, как раз на Фонтанке, великолепный музей. Поэтому я решил сделать вот старого Ленинграда вот такой красивый номер. То есть к нам приедет кусочек Петербурга. Да, он уже приехал, он уже приехал. Здесь, они уже репетируют. 18 декабря тверской зритель будет уже видеть этот номер. Он открывает второе отделение нашей программы. Скажите, а вообще в целом, вот у вас действительно всякий раз разные номера. Ну, я вот не представляю, как можно такое количество номеров создавать даже за год. Вообще, откуда вдохновение черпаете? Я только что сказал, от эмоций зрителя. То есть именно зритель? Конечно, потому что все, что мы делаем, мы для кого это делаем? Вы знаете, может, мне у великих-то западных коллег, к примеру, нет? Старые артисты цирка мне рассказывали, не знаю, это правда это или неправда, но я думаю, что это правда, что был такой человек в Германии, который очень много лет репетировал жонглировать спичками. Вот он очень много на это потратил лет и научился вот спичечками, ну, вот обыкновенными спичками жонглировать. Это очень тяжело, там чуть ли там не 5 этих спичечек кидал. И никто это не оценил. И он от тоски умер. От грусти. Он потратил столько сил и усилия, сделал номер, вроде уникальный, а это никто не оценил. Поэтому это же творческие люди. Мы же творческие люди. Мы же все в своем роде, ну, мы просто творческие люди, тут точка. Тут даже объяснять не нужно. Поэтому, когда мы что-то творим и делаем, я же говорю для того, что вот я придумал что-то. Я звоню, могу позвонить в любой час дня и ночи моим композиторам, моим режиссерам, балетмейстерам, скажут, слушайте, я придумал вот эту историю, давайте там пообщаемся, поехать в студию, наиграть какую-то музыку. Мне приходит, говорят, все, фантазии пошли, и мне надо создавать, делать, творить, и мы делаем, репетируем, создаем, чистим, шьем, обшиваем, костюмеры, художники, сценографы, все сделали. И дальше мы это выпускаем куда? В манеж, на суд кому? Зрителю. И вот тут реакция публики, воспримут это или нет. Понимаете? И когда это воспринимают, и когда это в точку ты попадаешь, и это на ура, конечно, тебя вдохновляет этим. И ты внутри успокаиваешься, потому что ты создал ту красоту, которую нужно сегодня зрителю. И начинаешь творить новые номера. Скажите, ну хорошо, а если вот не секрет, какие творческие планы есть, какие-то задумки на будущее? Конечно, очень много. Мы готовились в этом году к юбилейному фестивалю 45-му в Монте-Карло, в Монако, где я являюсь главным режиссером по личному приглашению принцессы Стефании. Но, к сожалению, из-за пандемии фестиваль в Монте-Карло уже второй год подряд, он переносится. Переносится, потому что это всемирный фестиваль, самый топовый фестиваль в цирковом искусстве, это цирковой «Оскар», потому что в этом фестивале принимают участие артисты со всех стран мира, выдающиеся лучшие артисты цирка, и из-за пандемии он не состоялся в прошлом году, в 2020 году, то есть в 2021 году. Вот сейчас он не состоялся, в 2022 году отменили его, и сейчас перенос на 2023 год. В январе месяце. Поэтому то есть мы даже не на следующий? Будем готовиться. Это он проходит в конце января обычно, поэтому он должен был проходить вот сейчас в январе 2022 году. Ну, понятно, перенесли. А его перенесли на 2023 год через год. Поэтому мы очень много всего приготовили для того, чтобы поехать на юбилейный фестиваль. Мы это какая-то компиляция номеров, да? 75 вот артистов российской компании «Росгосцирк», продюсерского центра «Королевский цирк», представлять нашу страну, Россию на этом фестивале. Это были подготовлены уникальные номера, но ничего страшного, все, что они делают, все к лучшему, мы все понимаем, к сожалению, воспринимаем ситуацию так, какая она есть, это пандемия, надо ее пережить, дай Бог здоровья всем, переживем и поедем через год покорять Монако уже на юбилейном, все равно юбилейном фестивале, потому что он все равно, в каком году бы он ни состоялся, он будет юбилейный 45-й фестиваль. И у нас осталось буквально 20 секунд. Что вы можете сказать тверскому телезрителю? Здоровья желаю вам всем вот в этой ситуации, в связи с тем, что мы заговорили о пандемии. Здоровья вам всем. Приходите к нам в цирк. Мы вам обещаем, я вам лично обещаю, бурство красок, эмоции, яркого впечатления. Вы придете и уйдете с хорошим настроением. Вы уйдете с замечательной, позитивной энергетикой, которую наши артисты вам полностью дадут свои эмоции, свою энергетику. Все для вас.
Красивый масштабный проект шоу «Бурлеск» ждет вас в Тверском цирке с 18 декабря по 16 января. Но при этом, дорогие телезрители, билеты стремительно растекаются, так что поэтому спешите на январь еще, на декабрь уже, увы, кто не успел, но на январь еще есть, так спешите покупать. С нами был Гея Ирадзе, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный режиссер Королевского цирка. Гея, хороших выступлений, благодарных зрителей и с наступающим Новым годом. Это была программа «Тема дня», до новых встреч.